Ты готова, Вера? Да. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1980 года, воплощенного на Земле. 1, 2, 3. Нашла его. Хорошо, снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Выходит из биоробота, становится рядом с биороботом. Если в его биороботе еще находятся чужеродные голограммы или копии, они выходят и становятся рядом. Одна тонкая копия. Хорошо, защищаем биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Максима в защитный скафандр на время работы и вместе с тонкой копией Максима поднимаемся в нашу комнату диагностики. Мы здесь. Мы приветствуем Максима, интересуемся, готов ли он к диагностике, доверили ли нам свое биополе на период сеанса. Да, он кивает. Хорошо. И на счет 3 сканер начинает сканировать Максима. Все 7 тонких тел, пространство над головой, под ног, втягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать. У него дракон и накидка сверху. Какой дракон? Синий. Синий. Хорошо. Он в клетке? Да. Снимается накидка. 1, 2, 3. Уходит в отдельную клетку. 1, 2, 3. Ждем окончания работы сканера. Готово. Один канал? Один, да. Хорошо. Так, считай цифры над головой у дракона. 1, 2, 3. 104. 104. Дракон, ты знаешь, куда ты попал? Нет, он не знает. Ты попал на чистку. Ты зашел в биополе человека, который заявил о своих намерениях, прочитав манифест, в котором стоят слова, что я объявляю все энергиями своими, и все интерференты, которые входят в мое биополе, подлежат уничтожению. И уходит в галактическое ядро. Я вот тебя просто хотел спросить, что ты думаешь по этому поводу? Потому что ты сейчас нарушил законы мироздания. Ты нарушил свободу человека. И мне интересно, какое у тебя есть оправдание по этому поводу. Я слушаю, дракон. Ну, он показывает, что Максима стоит, более-менее защита выставляет он. Ну, почему-то... Дракон ее да. Пробовал и не мог туда попасть, как скорлупа она. И вот на эту защиту он накинул... Размягчающий. Да, которая делала его каким-то грустным, что ли. Подавляла, в общем, его. Опускала вибрации. Давление какое-то было. Неуютно ему было. А мне вот интересно, как он мог противостоять вот этим, если вот человек выставляет защиту, а ты над защитой вешаешь колпак. Как он может противостоять тебе? Ты же над биополем находишься. Вот эта защита, она, получается, смягчает и внутрь попадает, и дракон вместе с ней. Да я говорю, какую ты мне дашь сейчас ценную информацию, как мне избежать, и какие Максиму избежать, вернее, такие твои подключки. Ты не дал сформировать ему защиту, ты игнорировал его законы, его свободы. Там были такие слова, дело в том, что в манифесте интерференты уходят в галактическое ядро. Я не знаю, насколько серьезно ты это воспринимаешь, но уже многие драконы это на себе испытали. Поэтому... Я тебе рекомендую. Он говорит, что я первый раз такое вижу. Что ты такое видишь? Ну, ты молодой, ты 104 уровень. Почему я в клетке? Мы общались Никто про это не рассказывал. Дело в том, что я не для того здесь, чтобы тебе что-то рассказывать. Ты видишь, кто я? Ты видишь меня? Да, он видит. Ты знаешь, чем я занимаюсь, да? Я чищу людей от интерферентов. Вот. У меня есть все оружия против любого дракона. Я не собираюсь тебе сейчас приносить вред, потому что я действительно вижу, у тебя 104 уровень, ты мог действительно не знать. Но я обращаю твое внимание, дракон, на один серьезный такой факт. Человечество начинает пробуждаться.
Ты когда придешь домой сегодня, я тебя отпущу. Ты обязательно поинтересуйся, какой проблемы ты сегодня избежал. Потому что человек уже в состоянии защитить не только себя, но и воздействовать на вас. Я могу сейчас достать печать дракона, и тебе станет плохо. Я этого делать не буду, но я тебя уверяю, она у меня есть. Поэтому я сейчас жду от тебя уверений и честное слово синего дракона, что ты никогда больше сюда не придешь. Если ты придешь, то ты уже никуда не уйдешь, кроме галактического ядра. Тебе это понятно сейчас, дракон? Да, понятно. Хорошо, теперь выйди, пожалуйста, из клетки и вытащи все, что ты оставил в Максиме. Всю свою энергетику, все свои подключки. И вернись в клетку. Сколько ты находился в его биополе по времени? 8 дней. 8 дней. Ну, хорошо. Понимаешь? Человек под нашей защитой находится. Если вдруг что-то, то он нам сразу сообщит. И тогда приду я. И ты увидишь меня снова. И это будет печальная встреча. И еще он видит на тебе печать семьи архангелов. И он говорит, что это универсальная печать. В том плане, что если она активирована, она активирована. Ну, например, я бы не зашел на такую печать, он говорит. Она активирована всеми семи архангелами, поэтому она живая. Но я тебя уверяю, что были драконы, даже которые ее игнорировали. И один даже остался заложником в моем биополе, когда моя защита, я укреплял ее, а он зашел вовнутрь. И он вынуждал меня его вытащить. Он слезно молил о пощаде и говорил, что он хотел выйти, но уже не смог. Поэтому вот такие вещи бывают. Он говорит, что мой уровень не позволил бы зайти, когда эта печать активирована. Ну, у всех, кто другие заходят, они, к сожалению, не выходят уже. Ну, ладно, он хорошо. Достал. Все достал. Хорошо. Еще остались какие-то твои энергии, там остаточные энергии дракона в нем? Максим? Да, грусть осталась. И я даю команду сейчас на счет 3. Вся энергетика, которая находится на чистоте синего дракона, начинает выходить из всех семи тонких тел Максима. 1, 2, 3. Максим включает внутренний белый свет и выдавливает из себя все эти энергии. Они выходят до последней ниточки, до последнего микрона и начинает формироваться в шар. Перед ним шар начинает крутиться, как веретено, наматывая все нити, все негативные энергетики, которые только есть в его биополе. Выходит до последнего микрона 100%. Вся грусть выходит, весь негатив выходит, все патогенные энергии выходят. Готово. Отлично. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро и произведен сброс этого шара. 1, 2, 3. Шар улетел, закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, дракон нам больше не нужен, да? Не нужен. Дракон, я сейчас подхожу, подожди, я подхожу к Максиму, кладу руки на плечи, и моей собственной энергией сжигаю канал к дракону. 1, 2, 3, удар. Готово. Открывается портал в галактическое ядро, эти остатки улетают в галактическое ядро, закрывай, печатай, растворяй. Хорошо, дракон, я жду от тебя честное слово дракона, что никогда больше в это поле не придешь. Он говорит, что я не знаю, с кем я связался, но я даю честное слово дракону. Я вас не хочу больше видеть. Вполне понимаю твое мнение. И оно умно, скажу тебе. Хорошо, дракон. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона против часовой стрелки. 1, 2, 3. Дракон забирает все, что он с собой принес. Забывает дорогу назад и уходит на свою чистоту безболезненно. Закрывай, печатай, растворяй. Он говорит, что я не хочу вас больше видеть. Я не хочу быть больше вашим заложником. На другом уровне я бы с удовольствием пообщался. С нами? Чтобы информацию вашу. Обменяться информацией? Ну, обменяться... Узнать больше, что он может нам сказать. Ну, понимаешь, дело в том, что я не возражаю против
дискуссии, когда она взаимна и когда она желаема с обоих сторон. Мы сейчас с тобой встретились в такой ситуации не для того, чтобы отвечать и задавать вопросы, а для того, чтобы освободить человека. Вот, понимаешь, поэтому у меня нет никакого повода для того, чтобы сейчас тебе какие-то вещи рассказывать. Наверняка у тебя, ты молодой, у тебя 104 уровень, мы уже общались с 9000 уровнем, почти 10000 уровнем, там генералы такие были, намного опытнее и так далее, но не в этом дело, и трехглавые были и так далее. Они не генералы, они старцы. Они старцы, хорошо, но все равно мы даже с ними общий язык нашли. Вот. Если у тебя есть какой-то сейчас вопрос, ты можешь его задать. Нет, мне не нравится быть заложником. Ну, ты не на свадьбу пришел, где почетным гостям ставят отдельный стул, а ты пришел пожрать энергии, поэтому ты находишься сейчас в клетке. Хорошо, ты готов уходить, синий дракон? Ты мне еще слово свое не дал, синего дракона, перед тем, как уйдешь. Даю слово синего дракона, я не приду к нему. Хорошо, благодарю тебя. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И синий дракон уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Ну, он действительно молодой, Вера. Там, понимаешь, там туда заходят осмысленно те, которые 500 какого-то уровня от 500-го. А это действительно он, как знаешь, такой молодой был. Хорошо, все, закрыло. Поехали дальше. Давай заправим Максима энергиями. Сколько энергии, посмотри, ему нужно и какая частота вибрации до полного восстановления? 320. И? 27. 27. И на счет 3 в макушку головы Максима начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 320% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Частота его вибрации поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Все, Вера, мы закончили чистку Максима, и сейчас у него остались 10 вопросов к Высшему Я. Давай, наверное, пригласим куратора, и вместе с ним поднимемся сразу к Высшему Я, да? Да, давай. Хорошо, и мы делаем запрос в энергоинформационном поле и приглашаем к нам в комнату куратора или учителя Максима. Мы просим вас прийти, куратор. Я здесь, я его учитель. Пришло время учиться. Мужчина. Мы приветствуем вас, уважаемый учитель. Представьтесь, пожалуйста, как нам обращаться к вам. Изя, от слова easy, то есть легко. Изя, изи. Очень красивое имя. Изи. E-A-S-Y. Изи. Очень красивое слово. Приветствую вас, уважаемый Изи. Меня зовут Влад. Это Вера перед вами. Рядом ваш подопечный Максим. Мы сегодня проводили контроль его чистки. Мы его чистили пару месяцев назад и вытащили сегодня еще там одного интерферента. И он изъявил желание пообщаться со своим высшим Я. Вот, и у меня вопрос, вы не составите ли нам компанию подняться на уровень высшего Я, Максима? С удовольствием. Отлично, благодарю вас. На какой уровень мы поднимаемся? На 9. На 9, хорошо. И, Вера, бери Максима вместе с собой, свои крылья, и вместе с учителем Изи поднимаемся на счет 3 на уровень высшего Я Максима. 1, 2, 3. Пошел подъем. Вместе. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду, мы приглашаем высшее Я Максима и просим выйти его к нам пообщаться. Я давно вас жду, женщина. Представьтесь, пожалуйста, уважаемое высшее Я. Как нам обращаться к вам? Мариэл. Мариэл. Очень красивое имя. Мариэл. Мариэл, мы приветствуем вас. Меня зовут Влад. Это Вера рядом с вами. Рядом с вами еще учитель Изи. Мы сегодня всех собрали. Привели вашего дорогую половинку Максима к вам. Он изъявил желание познакомиться наконец со своим высшим Я, задать ему 10 своих вопросов,
И я думаю, это радостный момент для всех присутствующих. Мне очень приятно видеть вас всех на своем уровне. Приветствуем вас. На вопросы я, конечно, отвечу. Благодарю вас. Итак, я начинаю с первого вопроса, уважаемая Мариэль. Кто я и какая у меня душа, космическая или земная? И где я уже воплощался? Душа земная. Воплощался много где. На разных планетах получал опыт. В разных формах жизни. Может, вы о последней жизни пару слов скажете? О последнем воплощении, вернее. Где, когда, кем был, чего достиг? Но она показывает, какая это планета или что это, я не знаю. Он как, ну я не скажу воспитателя. Вот. То есть планета где-то, где или место, где производятся души, и вот он их принимает, распределяет, общается с ними. Земные души, да? Или какие души? Если он сам земная душа? Нет, или... не земные. Не земные. Просто, Вера, ты сама с такой планеты, на которой души рождаются. Я бы даже сказала, что это ангельский уровень. Третий, где он получает опыт. Очень интересно. Хорошо. Там энергии определенные, которые окружали его. Но сам он не ангел, мы крылья не... Чистые. И хорошо. Вот эта доброта в нем осталась. Это очень хорошее качество. Доброте он учился там. Замечательно. Я могу переходить ко второму вопросу, уважаемая Мариэль? Да, пожалуйста. Как я могу начать слышать моего учителя? Это вопрос к вам, Изи. Или куратора? И как его зовут? Я уже представился. Я твой учитель Изя. Чтобы тебе было легко запомнить. Он может спокойно вас призвать и с вами общаться. Правильно, Изя? Легко. Я больше чем уверен. Если учитель приходит, значит, ученик уже готов. Благодарю вас, уважаемый Изи. Я перехожу к третьему вопросу. Кого я периодически слышал по жизни, в скобках, но из-за непонимания отгонял эти мысли? Я не знаю, о чем идет речь, но наверняка вы знаете. Кто из вас? Изя. Готов ответить. Пожалуйста. Пытались до тебя достучаться и мы, и, конечно же, разновибрационные тоже свой шанс не упускали. Были разные попытки. Ты отгонял все. Теперь ты точно знаешь, с кем можно общаться, а с кем нельзя. Я благодарю вас за этот замечательный ответ. Очень правильно сказано. Если вы закончили, я могу продолжать дальше? Продолжай. Так, третий вопрос. Это был у нас третий вопрос, четвертый вопрос. Как зовут мое высшее я и как я могу к нему подниматься? Я уже представилась. Конечно, он знает ваше имя, но для контакта с вами ему надо обязательно сначала установить контакт со своим учителем, уважаемая Мариэль, потому что опасность подъема на высшего я намного выше, чем общение с учителем или куратором. Подниматься... Ты можешь, но ты должен знать четко, для чего ты это делаешь. Есть большой шанс попасть в ловушку. Очень большой шанс. Я могу это подтвердить со своей стороны. Поэтому наладь связь со своим учителем. Со временем ты будешь чувствовать сердцем. Сердце подскажет. Высшее я. Благодарю вас, Мариэль. Хотя, конечно же, я тебя всегда слышу. Мариэль, еще есть такая возможность общаться короткими фразами. Я, например, со своим высшим я, мне не надо подниматься, не всегда подниматься. Я могу выйти на его частоту и спросить ему, задать ему вопрос. И всегда вот эти эмоции, ты их всегда вместе с ответом, который получаешь от высшего я, это состояние сильнейшей любви, оно не перепутаешь ни с чем. То есть все равно возможность ментального общения с высшим я у него сохраняется. Он всегда может при желании. Абсолютно верно. Поэтому я сказала, что я тебя всегда слышу.
Но ты не сравнивай, он стоит в самом начале пути. Я понимаю, но просто он у должен вас знать... разные уровни развития. Это не в этом дело. Путь для всех одинаковый. Поэтому я просто ему хотел подсказать, как правильно сделать, чтобы не терять потом время на интерферентов, которые представятся ему высшим я. Были и такие случаи. Мы очень много уже пережили, когда люди думали, общались с высшим я, а там стоял рептилоид и, понимаете, вот такие вещи. И человек выходил с подключками. Я не хочу, никого не хочу пугать, я просто говорю, эта опасность существует. Поэтому надо очень серьезно к этому относиться. Вы все правильно сказали, именно этот порядок. Сначала учитель, потом высшее я. И все будет великолепно, когда человек поднимет, наберет свой опыт, и тогда он же никогда не перепутает высшее я с кем-либо другим. Думаю, мы ответили на этот вопрос. Безусловно. Пятый вопрос. Что у меня с семьей? Есть ли для меня спутница, с которой я могу жить в мире и согласии? Да, есть. И она обязательно появится в определенный момент, когда твои вибрации повысятся. Ты начнешь вводить новые, скажем так, струи информации и осмысления в свою жизнь. И эти вибрации притянут именно того, ту спутницу. Так и будет. Мы так и знаем, так и есть. Благодарю вас, уважаемая Мариэль. Вы очень хорошо и обширно ответили на этот вопрос. Я перехожу к шестому вопросу. Сколько кармических узлов у меня осталось? Сколько он прошел? Сколько осталось? 2 осталось. 3 прошел. Отлично. 5 было в общем. Благодарю вас. 7 вопрос. Сколько я набрал темной энергии? 22%. На этом месте, уважаемая Мариэль, скажите, пожалуйста, опасный момент, с какого процента начинается для души с последствиями? Сейчас 22, я вам скажу, после сотен проверок, это у нас абсолютно средний показатель. У нас редко люди бывают 17%, были под 30 уже, но 22 это средний именно показатель. О чем он говорит и где эта точка опасности? Опасности чего? Невозврат. Есть точка невозврата. Это 51%, да? Сам ответил на свой вопрос. Да, но 22, это тогда как получается в соотношении? Это половина уже практически, да? До точки невозврата. То есть стоит уже задуматься, правильно? Как человек должен воспринимать эту цифру? Вот. Вы не понимаете. Негатив, не понимаю. Негатив не складывается из убийств. Негатив – это то, что вы делаете и не осознаете. Если человек начинает осмысливать и понимать, что он был неправ, и исправляет свои ошибки, его негатив уменьшается. Вы хотите сказать, что можно понизить эти проценты при жизни? Я бы сказала, можно повысить позитив. Но это число можно уменьшить? Или оно остается? Как опыт, как... Я объясню по-другому. Пожалуйста. Представь, что у тебя есть 2 колбы. Одна с негативом, другая с позитивом. Какую ты быстрее наполнишь, все твоя понятно. Жизнь закончится. Все понятно. Все понятно. Благодарю вас за этот замечательный ответ, уважаемая Мариэль. Лучше еще нам на этот вопрос никто не отвечал. Вы сейчас объяснили на чисто нашем человеческом языке. И это поймет, безусловно, каждый. Благодарю вас еще и от себя лично, потому что я этого тоже не знал. Если вы закончили, я могу переходить к 8 вопросу? Я хочу добавить, что... Пожалуйста. Колба наполнена, это значит, опыт получен. А какой опыт? Это уже зависит от выбора души. А скажите, есть темные тогда программы у человека, который приходит получить темный опыт? Есть неопытные души, которым сложнее выбирать. Этих мы знаем. А вот именно те, которые осознанно приходят в эту жизнь, для того, чтобы набрать, собрать этот темный опыт, вот, может быть, пережить. Что значит темный опыт? Ну, темный опыт, это значит, я вам просто объясню один
конкретный пример. Мы вытаскивали когда-то одного беса, и бес нам рассказывал свою историю, что он специально пришел на Землю, родился перед Второй мировой войной, для того, чтобы как можно больше забрать душ, вернее, уничтожить людей и тем самым набрать больше негативной энергии для каких-то своих целей внизу. Тем самым я хочу сказать, что у него была программа воплощения, именно вот этот темный опыт. Я не знаю, как он ответить. Он сделал свой выбор. Да, безусловно, безусловно. Но он сказал нам, это было 57% или 54%. Это его выбор. Это его выбор. Согласен. Хорошо, благодарю вас. Восьмой вопрос. Восьмой вопрос, я не знаю, как вы на него ответите, мне самому интересно. Какова цель моего воплощения? Любовь. Я отвечу простым языком. Моя цель воплощения – это любовь. Найти любовь, давать, дарить любовь? Прожить любовь. Прожить любовь. Благодарю вас. Да, это самое великое чувство, которое только можно представить. Хорошо. Девятый вопрос. Если вы закончили, конечно, Мариэль. Нет, да, я закончила. Есть ли у меня родная душа или близнецовое племя? Если да, то кто это? Наверное, это я. Конечно. Вы понимаете, я могу объяснить, я могу ошибаться, но большинство людей на Земле уверены, что на Земле где-то живет его близнец. Меня немножко, я не знаю, как на этот вопрос ответить, но, возможно, это связано именно вот с этим. Потому что бывает такое, что Высшее Я посылает одну часть на одну планету получить опыт, одну часть на Землю получить опыт. Вот, и когда все вместе соединяются, вот это 100% сейчас человека. То есть вот это оно есть. Как я полагаю, сейчас вы встретились 100% со своей половинкой. И это и есть родная душа. Тогда в чем вопрос? Я не знаю, я просто хотел это объяснить с точки зрения человека, но вы ответили уже на этот вопрос, это вы и есть. Десятый вопрос. Прошу дать мне совет на это воплощение для восстановления всех сфер жизни. Будете ли, уважаемая Мариэль, возьмете ли вы на себя ответственность и дадите ли вы ему совет, как ему поступать? Я, правда, предупреждал, что ни Высшее Я, ни учитель, ни никому... хобби. Хобби. Да, твое хобби. У тебя есть хобби. И пусть он это хобби сделает своей Ты работой. Ты должен обратить на него внимание. Замечательный совет. Ну и, конечно, развиваться дальше. Сейчас очень много возможностей на Земле. Много информации. Мариэль, я думаю, вот эти вопросы он может вам, в принципе, напрямую задать и получить от вас напрямую ответ. Вам не надо все рассказывать в этом плане. Вот. Вы уже дали очень хорошую подсказку, и это будет достаточно. А такие серьезные вопросы было бы лучше, конечно, если бы вы с ним напрямую уже обсудили в прямой дискуссии или диалоге. Прошу прощения. Я готова. И он будет готов скоро. Благодарю вас. Уважаемая Мариэль, 10 вопрос. 10 мы закончили. Благодарю всех моих высших за помощь и наставление. Очень хочу вас понимать и слышать вас. Я вас очень благодарю за все. Это обращается он к учителю и обращается к своему высшему я, к вам, Мариэль. Если вы хотите что-то добавить, это был бы самый лучший сейчас момент. Я хочу добавить. Пожалуйста, в следующий раз при нашем контакте задавай вопрос, прямой вопрос, короткий прямой вопрос. С наших уровней трудно понимать, что вы имеете в виду, когда вопрос загружен. Местоимениями. Да, есть такое, согласен с вами. Понятными словами. Чем проще вопрос, тем проще ответ. Чем прямее вопрос, тем прямее ответ. Это золотое правило. И люди пытаются, к сожалению, в одном вопросе 10 вопросов написать, но для Высшего Я это не является помощью. Я вас понимаю абсолютно. Мариэль, прямой вопрос, короткий. Он намного ценнее, чем
предложение, как у нас пишут на двух листах. Благодарю вас. Нам он более понятен, и ответ будет более четкий. Вы забываете, что у нас есть здесь свои обязанности, и мы не всегда присутствуем в вашей жизни. Мы всегда есть, но мы можем быть отвлечены. Для этого у вас есть учителя и кураторы. Абсолютно верно. Для этого... Поэтому вопросы нужно задавать четко и коротко. Я думаю, Максим это поймет. В следующий раз уже подготовится более хорошо. Уважаемая Мариэль, у нас есть такая добрая традиция. Все учителя, все кураторы, с которыми мы встречаемся, всегда от нас получают подарки. Я хотел попросить вас заказать что-нибудь, какой-нибудь подарок, какую-нибудь мыслеформу, любой продукт с земли. Мы можем это вам все материализовать. Любую мыслеформу, любую панораму, что бы вам в душе было угодно, мы хотели бы вам сейчас этот подарок преподнести. Будьте любезны, пожелайте что-нибудь. Клубника. Только клубника или что, и еще что-нибудь? Красные ягоды, клубники. Так, Верочка, у нас уже есть готовый здесь на этот случай подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется наша традиционная корзинка 1, 2, 3 с самыми лучшими вкусными ягодами на земле. Специальные, самые сладкие сорта клубники еще там дополнительно появляются. Великолепно. Вот. Передай это, пожалуйста, уважаемые. Сколько вкусов. Благодарю вас. Нам очень приятно за то, что вам понравилось. Мы благодарим вас за этот великолепный контакт, за этот разговор сегодня. Я надеюсь, что Максим продолжит уже самостоятельно с вами диалог. И точно так же с учителем Изи. И благодарим вас просто и посылаем вам нашу искреннюю, просим принять нашу искреннюю благодарность за этот разговор. Очень было приятно общаться с вами. Подождите секунду. Я обновлю энергию для лучшей связи. Готово. А если вы позволите, а что вы сейчас сделали? Вы обновили энергии свои или энергии для того, чтобы ему было легче с вами соединяться? Я пустила энергию свою по кругу через энергии Максима. Великолепно. Все. Понял. Это он обязательно должен чувствовать и вспомнить свои энергии. Великолепно. Благодарю вас, уважаемая Мариэль. На этом месте мы будем с вами прощаться. Это даст ему уверенность. Безусловно. Мы всю свою работу сделали. Благодарим вас, уважаемая Мариэль. Мы Я сейчас... благодарю вас и Максима за то, что он созрел. Имел смелость. Речи. Благодарю вас. Буду ждать. Это такие теплые слова, вот они действительно, они же прям в нас эмоции вызывают. Мы знаем, насколько важно для человека общение с его учителями, кураторами, с высшим я, для того, чтобы он ему откроется просто новый мир. И меня просто ваши слова очень затронули. Благодарю вас искренне. Мы благодарим вас еще раз и прощаемся с вами. Желаем всего наилучшего. Успеха вам в ваших делах. Всего доброго. Отключаемся, Верочка. 1, 2, 3. Рассинхронизируйся. И вместе с тонкой копией Максима, Изи, мы возвращаемся в нашу комнату диагностики. На счет 3. 1, 2, 3. Полетели. Мы на месте. Изя, это, по-моему, была замечательная встреча, такая высоковибрационная. Как вы, как ваш, на ваш взгляд? Вы довольны всем? Все прошло прекрасно. Благодарю, благодарю. Изя, вы хотите что-нибудь лично Максиму сейчас? Я вас не спросил, может, у вас есть, как у учителя, пару пожеланий к нему? Или пару советов? Мое пожелание, чтобы Максим связался со мной как можно быстрее, наладил связь, и мы могли бы, как это сказать, жить в правильном русле.
Абсолютно верно. Изя, я прошу вас сейчас точно так же пожелать какой-нибудь себе подарок. Мы с удовольствием огромным исполним это ваше желание. Шляпа-цилиндр. Шляпа-цилиндр – это начало века, 1900-1800 какого-то года, да? Вот этот, эта граница. Да. Я вижу. Хорошо, давай шляпу, цилиндр. И к этой шляпе еще идет шарф, и еще идет накидка, как пальто. 1, 2, 3. Это мне нравится. И туфли. Точно этого же времени. 1, 2, 3. Очень удобная мягкая кожа. 1, 2, 3. Если уже делать, так делать все по-настоящему. И чтобы у вас руки были не пустые, я вам передаю огромную корзинку с ягодами, с самыми вкусными на земле. 1, 2, 3. Примите ее, пожалуйста, Верочка, передай ее. Это от нас. Мы благодарим вас. Это прекрасный подарок. Это мне нравится. Мне не хватает трости. Трость. На счет 3 появляется трость из самого ценного дерева, самого лучшего дерева на то время, когда, о котором мы сейчас говорим с Изи. 1, 2, 3. Конец 19 века. С золотой ручкой. Этот стиль мне очень нравится. Я благодарю вас за такой шикарный подарок. С удовольствием, уважаемая Изя. Мы очень и рады. С вами изи работать. С нами изи работать, абсолютно согласен. Благодарю вас за эти позитивные эмоции, которые мы получили от общения с вами. Мы сейчас будем возвращать тонкую копию Максима в его биоробот. И мы очень довольны сегодняшним сеансом, откровенно говоря. Я бы еще сказала, Максим, пожалуйста, не тяни. Не затягивай. Ты долго тянешь. Мой первый урок. Максим, это серьезный совет вам. Не тяните вещи. Все надо делать быстро. Жизнь не настолько длинная для того, чтобы откладывать на завтра. Благодарю вас, уважаемая Изя. Не сомневайся. Хотя доля сомнения должна быть. Здорового сомнения. Когда он первый раз прочувствует эти вибрации, он их уже не перепутает ни с одним драконом. Это уже на себе мы проверяли. Я буду ждать. Отлично. Благодарю вас, Изя. Мы прощаемся с вами. До скорых встреч, возможно. Наилучшие пожелания и успехов вам в ваших делах. Всего доброго. Будет мир. Прощайте. Прощайте. Хорошо, Верочка, рассинхронизируйся. Мы все закончили, и для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Максима в систему биоробот душа, заводим. Подключаем его к каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Ему понравилась встреча, он очень радостный, даже пританцовывает. Действительно, встреча была очень хорошая. Соединился он. Отлично. Отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. На месте. Thank you.